продолжаем наш рассказ о различных картах Таро, которые продаются в магазине «Купи сувенир». Сегодня в нашем видеообзоре вот такие вот Таро гномов. Собственно, Таро сделаны для детей, которые тоже хотят приобщиться к мистике, к тайнам Таро. Вот такая вот веселая колода про таких вот занимательных гномов. Даже непонятно, кто художник. Я вам просто расскажу, что вот в комплекте этих карт вот такая вот колода с такими вот смешными гномами, которые там занимаются разными беспорядками. Вот рубашка выглядит вот таким вот образом. Вот, очень плотный мелованный картон, качественный. В принципе, задача этого видео не рассказать тайный смысл там каждой карты, там арканы, расклады какие-то. Мы там, честно говоря, не очень понимаем, как бы и не хотим понимать по большому счету. Наше дело показать, что вот эта колода карт у нас есть, а те люди, которые профессионально занимаются гаданием на картах Таро, сами уже решат, какую колоду выбрать, как ее применить и что с ней, в общем-то, дальше делать. Ну, в общем, вот такая вот колода карт Таро гномов. Спасибо.